Далее коротко о других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». 26 апреля в Кунгуре вспомнят события, которые разделили жизни россиян на до и после. 31 год назад на Чернобыльской станции произошел взрыв атомного реактора. Авария стала самой страшной техногенной и гуманитарной катастрофой современности. Труд юношей, уехавших тогда ликвидировать аварию, не поддается оценке, ведь они исполняли свой долг, спасая не только нашу страну, но и весь мир, жертвуя своим здоровьем и порой получая смертельную дозу радиации. В нашем городе, по данным на 2015 год, проживает 76 ликвидаторов. Мероприятие в памяти погибших в этой катастрофе пройдет в нашем городе 26 апреля. Сбор в актовом зале администрации Кунгурского района в 11:30. Затем у мемориала «Молчащий колокол» пройдет митинг. А в час дня в Театре молодежи будет организовано тематическое мероприятие. Подведены итоги всероссийской акции по проверке грамотности населения «Тотальный диктант 2017». Всего в нашем регионе диктант написали около 3000 человек, среди них более 160 кунгуряков. Безошибочно с текстом пермского писателя Леонида Юсуфовича справились 8 наших земляков. Они заработали свою заслуженную пятерку. Остальных участие в акции подтолкнуло подтянуть свои знания в грамматике и пунктуации русского языка. В этом году «Тотальный диктант» в Кунгуре прошел на 5 площадках. Интерес к проверке знаний у кунгуряков с каждым годом растет. И это стало заметнее, отмечает организатор. Бессмертный полк пройдет по Кунгуру уже в 5-й раз 9 мая в 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе уже началась подготовка к ежегодной патриотической акции. Как и прежде, организаторы планируют провести шествие по улице Карла Маркса и сделать остановки у мемориалов для возложения венков. Организатором акции в нашем городе традиционно стала общественная организация ветеранов боевых действий «Братство». Место сбора у автотранспортного колледжа с 9 до 10 часов утра. Маршрут шествия от машин строительного завода до Соборной площади. Планируется более 1000 участников. Вместе с транспарантами и фотографиями дедов и прадедов участников войны они проложат путь по улицам города. Более подробную информацию, желающие принять участие в акции «Бессмертный полк», могут узнать по телефону, который вы видите на экране, либо в офисе организации «Братство» по улице Октябрьская, 24. Изготовить штендер можно в рекламном агентстве по улице Свободы, 63Б.